Без надежного укрытия поросята могут умереть от холода в этот прохладный и дождливый период. А это новые возможности для леопарда. Но спешить не надо. Надо положиться на удачу. Часто идут холодные дожди. Но самка леопарда хочет обернуть это себе на пользу. Она наблюдает за тем, как мамы ищут убежище для своих малышей. У бородавочников нет постоянной норы. И теперь за них идет борьба, потому что поросятам из предыдущего помета тоже нужно жилье. Наша охотница любит дождливые дни. Нужно только найти нужную нору в нужное время.